мы общутились выше третьего неба, где я увидел и услышал множество небесных сил, поющих и славословящих Бога. Далее святой Андрей говорит о том, как после видения Владыки Христа он, не понимая сам, как снова оказался ходящим по раю. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет в книге «Слово о смерти». Из этого видения святого Андрея видно, что рай есть ближайшая к земле небесная обитель, или первое небо, превыше которого находятся другие небеса. Наверное, кто-то может захотеть изъять из христианских безусловного апокрифа Енохи, пророка Исаии, а также Ветхий Завет с вознесением пророка Илии. И забыть, что в этом корпусе текстов есть упоминание о седьмом небе. Но Павла из христианства изъять нельзя. И что-то мне неизвестно о каких-либо попытках игнорировать суждения и толкования свыше Игнатия Брянчанинова. Но если Адам был всего лишь в раю до момента грехопадения, то без этого самого грехопадения он должен был восходить, то есть развиваться. Значит, он не был совершенен настолько, что ему некуда было развиваться дальше. А значит, развитие в положительном плане существует. Изначальная природа, будучи благой, не являлась совершенной настолько, чтобы не быть улучшаемой. Спасение, обожение предполагает отнюдь не только восстановление изначального, но и превышение его. И это достаточно очевидно. Но это превышение, по определению, является фундаментальным позитивным развитием. И осуществляется оно в историческом времени, которое тем самым тоже обретает фундаментальный же позитивный смысл. Так что такой попытка Лоргуса скомпрометировать развитие с якобы церковных позиций, или даже представить это развитие всего лишь как компенсация, а Лоргус, и ведь не он один, пытается скомпрометировать не только движение, противопоставив его неизменности, но и меру этого движения время, противопоставив он и вечности. Посмотрим, насколько это совпадает с представлениями церковных авторитетов. Дионисий Ариапагит пишет в сочинении о божественных именах. Сущий, Исх 3.14, является сверхсущностной субстанциональной причиной всякого возможного бытия, творцом сущего, существования, субстанции, сущности, природы, начала и меры веков, и реальностью времен и вечности сущих, и временем возникающих, и бытием всего, что только бывает, и рождением всего, что только появляется, всех сущих и веков потерять пред сущего, и всякие вечности время от него. Так, значит, время от него. Преподобный Максим Исповедник так комментирует Дионисия. Выход Божьей благости в чувственное, при его сотворении, мы называем временем. Время – выход божественной благости. Мы видим, что Лоргус хочет скомпрометировать время, которое у Дионисия неразрывно с сущим, мера веков, и реальность времен, и время возникающих, и которое Максим Исповедник называет выходом Божьей благости в чувственное. Так чем занимается Лоргус? Подкопом под Божью благость? А то что еще? Ясно, а то что? Подтворение. Сборник, в котором напечатана статья Лоргуса, называется «600 дней против эволюции». Урок Лоргуса состоит в том, что начать за здравие, всегда кончают за упокой. Начать подкапываться под эволюцию, кончают подкопом не только под развитие, но и под 600 дней. Сам по себе 600 дней – это время? Время. Но тогда это благое время. Это история? История. Но тогда это благая история. Значит, время и история могут быть благими. Одно дело рассуждать, кто творит, Бог или человек. Другое дело поставить под сомнение то, что творчество разворачивается во времени. И что именно творчество, развернутое во времени, представляет собой смысл истории. Я уже обсуждал ранее метафизические идеи странного толка, согласно которым якобы большой взрыв, в терминологии астрофизиков, послуживший началом нашей Вселенной, метафизически равноценен изгнанию Адама из рая. Не началу творения, то есть, а моменту грехопадения. Одно дело сказать, что Бог за 6 дней своего творчества, развернутого во времени, создал мир, разместил в нем рай, а потом изгнал Адама из рая, а рай то ли сокрыл, то ли изъял из мира. А другое дело сказать, что все 6 дней творения Бог работал не над этим миром, а над чем-то другим. А этот мир, то бишь Вселенная, является отходами производства под названием грехопадения. Можно ли предлагать такую версию и одновременно осуждать гностицизм? Мне кажется, вопрос риторический. Но он ведь еще и политический, не так ли? На самом деле противопоставление время-вечность весьма и весьма коварно. Потому что в этом противопоставлении осуществляется сокрытие разнокачественности самого времени. 600 дней – это время, но это сакральное время. Бог не отстранился, сотворив мир. В противном случае, чем является пришествие Сына? Для всех мировых культур очевидно наличие сакрального времени, врывающегося в обычное. Любая культура это чувствует, но наша, пожалуй, острее других.
Душа праздника просит, говорит далеко не благопраздный герой Шукшина. В России время праздника всегда ощущалось как особое время. В каком смысле особое? В том, что сакральное. Праздник разворачивается во времени. Он без этого развертывания во времени немыслим. Но он разворачивается в другом, отчасти сакральном времени. Не разворачиваясь во времени, он не является действом. А он является действом. Любое действие церковное, ритуальное имеет фазу и предполагает мистериальность. Что такое мистерия? Это чередование сакральных жестов и сакральных слов. Это процессуальность, не так ли? Как она может существовать без времени? Душа праздника просит, она просит сакрального очистительного времени. И разве не ясно, что сама душа находится в очень плотном переплетении со временем? Плотность этого переплетения варьируется. Но почас ее так наращивают, что становится в принципе невозможно разделить душу и время. Так что же, компрометация времени должна стать еще и компрометацией души? Я уже говорил о том, что не бестрепетно десантируюсь на территории внутри конфессиональной метафизики. Но Аргусто десантируется бестрепетно на территорию науки, той же теории систем, например. И как дискутировать? Я не хочу подавляться Ларгусу и выступать с позицию симметричных ответов. Однако какой-то ответ должен быть дан, иначе неизвестно, куда это все зайдет. А Ларгус не ограничивается в своих заходах на территорию науки теории систем. Он еще и апеллирует к термодинамике, утверждая, что творение полностью подвластно энтропии, второму закону термодинамики, и что, соответственно, у него нет потенциала саморазвития. А Ларгус параллельно с подобными рассуждениями противопоставляет науку 21 века науке 19 века. Странно, что Ларгус при этом еще и учительствует по части методологии. Потому что в такой апелляции, таком выборочном черпании нужного ему из науки и таком противопоставлении науки 19 века науке 21 века нет никакой логики. И ему на это укажет любой грамотный методолог. Фатум второго закона термодинамики – это типичное наследство науки 19 века. Мол, мир охладевает, и что с этим поделаешь? Или фатум, или промысел. Но уже в начале 20 века в ответ на коварный вопрос, что будет с человечеством, когда погаснет солнце, звучал ответ: мы зажжем новое. Атомная бомба еще не была изобретена, водородная тем более. Но наука уже отрицала фатум второго закона термодинамики. А далее, по мере все более глубокого проникновения в тайны мироздания, философы науки все чаще рассматривали модель, в которой человек, доразвившись, находит способы согревать Вселенную, противостоя второму закону термодинамики. Пускай Ларгус почитал корифеев того, что он называет методологией. Пеленкова, который был огромным авторитетом для Зиновьева Щедровицкого, а значит, и для всей методологической школы. Или Лефевра, который просто является одним из отцов-основателей методологии. Все они писали о возможности такого антиэнтропийного космического действа, осуществленного человеком. Впрочем, еще задолго до них об этом грезил верующий христианин Рихард Вагнер. А Ильенков непрерывно слушал музыку Онова. Хорошо это все или плохо, пусть каждый сам решает для себя. Кто хочет, пусть скажет. Вот какая гадость эта наука. Но пусть этот кто-то не профанирует объем проблемы, не навязывает науке какие-то школьные проповеди, от которых она ушла невероятно далеко. Для Ларгуса термодинамика – это линейная классическая термодинамика. Сегодня есть и квантовая термодинамика, и нелинейная термодинамика самоорганизующихся, то есть развивающихся систем, и в это лезут, апеллируют к классической энтропии. Однако почему, собственно, надо зацикливаться на термодинамике? Есть же еще и теория информации. Тем более, что Ларгус говорит о теории систем как альтернативе теории развития. Что, и здесь он будет пугать общественность энтропией? После Людвига фон Берталанфи, Норберта Винера, Джона фон Неумана. После того, как специально было введено понятие некантропии, этим подчеркнуто, что информация вне юрисдикции энтропии. Что там, где есть информация, между прочим, третье состояние бытия, не материя, не энергия, там с этой самой энтропией все совсем не по учебнику физики Перышкина. Наука 21 века – это в очень большой мере синергетика. Серьезные православные физики рассматривали вопрос о том, как научная синергетика соотносится с религиозной. Предполагая, что придется дискутировать по вопросу о развитии, я об этом упоминаю.